Медицинская помощь нужна не только пациентам с коронавирусом, но и людям с другими заболеваниями, а также будущим мамам и маленьким пациентам. Так, во втором Иркутске продолжается возведение детской поликлиники и женской консультации. Сейчас работы уже завершаются, в кабинетах появляется новое оборудование. Это компьютерный и ядерно-магнитный томограф, рентгенаппарат и стоматологическая техника. В некоторых отделениях еще продолжаются отделочные работы, но к концу ноября новый медицинский комплекс будет полностью готов. Напомним, он строится с 2019 года за счет областной казны. Всего на возведение выделено более 1,5 миллиарда рублей. Еще 525 миллионов потратили на покупку медицинского оборудования. Но эти средства уже были получены из резервного фонда страны. Прием пациентов здесь начнется в начале следующего года. Детская поликлиника рассчитана на 400 посещений, женская консультация на 200. Готовность новых организаций накануне оценил глава региона. В феврале 2022 года больница должна, поликлиника должна открыть свои двери. Мы дополнительно выделили больнице 50 миллионов рублей на благоустройство. То же самое, все контракты отыграны. Это и ограждение по периметру, это благоустройство внутри, это асфальтирование.